Всем привет! Рада приветствовать всех на моем стриме. Сегодня у нас игра со зрителями, так что каждый может принять участие. Скидывайте вызов, и мы скоро уже начнем. Ну, вижу уже у нас некоторые подписчики присоединились к трансляции, это приятно. Всем привет, всех рада видеть. Сегодня, да, сегодня пораньше так начала, для разнообразия. Вот, ну и может быть кто-то с Дальнего Востока вообще меня смотрит, кто же знает, да? Соответственно, они тоже смогут увидеть мою трансляцию. Так, о, вижу уже много людей, всем привет! Так, Айрат уже вызвал, да, я вижу, многие вызов кидают заранее. Всех-всех-всех рады видеть. Сегодня так вот поиграем, пообщаемся. Так что у кого-то какие-то вопросы есть, задавайте. Best moment спрашивает. В чем смысл? Ну, смысл в том, что просто сыграть, если хотите. Вот. Если не хотите, посмотрите. Может быть, какие-то моменты будут для вас полезными, и вы чему-то научитесь. Поэтому это все по желанию. Играть будем? Будем играть сегодня, общаться будем, все сегодня будем. Скидывайте, пожалуйста, свой вызов, значит, в описании написан мой ник, KarinaChess11, вот, и сегодня, наверное, с любым контролем, каким хотите, вызывайте. Но 15+5 вызывать не нужно все-таки, да, потому что тогда мы весь стрим будем играть одну партию. Ну, все, что связано с блицем, любой контроль. Так, что там у нас на Твиче? Сейчас кто-нибудь подсоединится. Твичевскими. Ma'am, will you play me bullet? Yes, I can play with you bullet. So send me the challenge. I will play against you bullet. My nickname is KarinaChess11. Так, видите, кто-то уже bullet хочет со мной сыграть. Так, Ингвар. Ой, ну вы хорошо отдыхаете, я смотрю. У 7 утра. Ну, правда, что-то вы рано встаете тогда. На отдыхе так рано, что-то вы слишком рано встали. Спасибо большое, Юрий, Саша, привет, Алексей, Олег, всем-всем-всем, Ник. Так, вызов сделать просто, найти меня и там, найти мой ник и вызов нажать. KarinaChess11 в описании написано. Спасибо, Алексей. Вас также с праздниками со всеми. Ну что, в принципе, новогодние праздники уже к концу, да? Вот. Анонсы не видно. Последнее время, извиняюсь, да, тут тему сменила резко. Последнее время, к сожалению, какая-то проблема с Ютубом, что ли. Я не совсем понимаю, но... В общем, анонс действительно не высвечивается. Guest warrior, ma'am, I challenge it. Окей, окей, I will accept. Few minutes to wait. И вот, и последнее время не высвечиваются анонсы, поэтому некоторые, да, жалуются, что пропускают. Но я не знаю, куда мне еще их... куда еще эти анонсы сделать? Где их еще сделать, точнее. Вот. Мы здесь живем и рано встаем. Ну тогда понятно. Тогда вы не на... Если не на отдыхе, то да, то тогда можно в 7 утра даже встать. Но вот я честно скажу, чтобы я в 7 утра встала, я даже не знаю, что должно произойти. Скорее всего, только если у меня самолет куда-нибудь, да, или мне куда-то надо ехать. А вот просто, чтобы я в 7 утра встала, это что-то из области фантастики. Я так рано не могу вставать, не знаю. Ну или, допустим, если игра в 9 тоже. Иногда утренний тур, игра в 9, приходится вставать так рано. Но это очень тяжело обычно, голова не соображает. Так. Любимая актриса детства Дженнифер Эспозито. Гремлин, надо мне посмотреть, погуглить, кто это. Вот турнир. Турнир у нас, кстати, был уже, когда получается, позавчера, да, или когда? Как отправить вызов? KarinaChess11, вызывайте. Вот.
Всегда 35, ничего себе мороз. А вы в каком городе находитесь? Ну, в средней полосе России, насколько я знаю, сейчас все-таки не так, не холодно, да, относительно. Минус 35 это да, это слишком жестко, если честно. Все, что до минус 20, еще более-менее. А вот потом уже как-то, не знаю, как-то уже не хочется никуда выползать, да? Так. Все, ну, в общем, вызовы пошли, поэтому не будем тянуть, да? Давайте прям подряд вот так иду. Хамонт Джордж. Да, Яша, я приму вызов. Потихонечку, постепенно дойду до всех, я думаю. Так, давайте защиту Филидора. Играю с Хамонт Джордж. Так, пошла. Хамонт Джордж, I think it's subscriber from Twitch, yes? If you are from Twitch, I will comment in English. Так что если это подписчик с Twitch, я на английском покомментирую, чтобы он понял, что я вообще делаю. Knight d5. Okay, I can take. Bishop g7. Ну, вот конь d5 плохой ход, да, потому что пешки взвел соперник. У меня уже преимущество в центре будет. Вот, поэтому я, в принципе, довольна. Ой, еще e4 зевнул, да. Хамон Джордж. Now it's discover attack. Скрытый удар, как говорится, да, в народе. Поторопился соперник. Вот, конь d5 рано. Ну, у нас какое правило в дебюте? Одной и той же фигуры несколько раз не ходим. То это чревато последствиями. Вот, это чревато последствиями. Так, сейчас, секундочку. У меня там гость пришел. Сейчас. Сейчас. Познакомлю, кто еще не знает. С моей гостьей. Так. Сейчас доиграю и познакомлю. Это удар, вашу честь. В Сибири до минус 40 доходит. Ну да, я знаю, конечно. Я была в Сибири, в Ханты-Мансийске. Там еще как бы, ну там холодно, но еще не так, как, допустим, в Якутии, да, или где-то вот. Мне как бы этого хватило. Потому что я была там в июне, но была абсолютно какая-то погода ужасная. Просто такая хладрыга. Я вообще замерзла. Ну, я и не только в июне была, я еще была в марте. Ну, марте-то как зимой, да, там метель-метель. В общем, удовольствия очень много. Не получила, так скажем. Так, давайте пожертвуем, чтобы быстрее мат-то поставить, скрыть игру. Так, чего там про Ильина что-то пишут? Не совсем понимаю, что там про Ильина. Так, сразу мат не ставится. Ну, давайте так, сейчас его поставим. Ник Ильина. Так. Нино пришла, мне пишет. Нет, не Нино, Нино она сейчас. Давай, иди сюда. Лейчик ко мне пришла. Кто смотрел мои стримы, знает, да, Лею уже? Вот, ребенок сегодня ко мне в гости пришел. Будем стапками. Веселиться. С тапками? Одевай. Ну, смотри, я уже одела. Одела, молодец. Новогодние тапки, которые вчера купила. Молодец, вот. У меня сегодня молодая шахматистка в гостях, так что... Сейчас Лея расскажет, что она знает вообще про шахматы. Особо ничего, ну, потому что я не занимаюсь. Не занимаешься? Просто я не люблю такие спорты, которые нужно думать. Я лучше... Чтоб двигаться. Ладно, если хочешь, посиди, посмотри. Если не хочешь, вон у меня там телефон пока. Ведь есть. Да? Иди, да, ладно. У меня 100%. Мультики пошла смотреть. Ладно, сейчас. Я 100%. 100% в телефоне, ну да. Все, ребенку есть чем заняться. Да. А если сядет, у меня игрушки есть. Молодец, отлично. А еще домашка у меня есть. Все, давай. Есть чем заняться ребенку, ладно. Потом, я может быть, потом свое экспертное мнение по шахматам тоже скажет. Потому что Лея занималась. Умею, говорю. Так,
Какой я... Да, ну, может, кто-то видел уже, Лея была у меня в эфире. Лея, кстати, очень хорошо поет, она, может, нам что-нибудь поет потом еще. Не сейчас. Сейчас, ладно, давай, занимайся чем пока занимаешься, потом что-нибудь поиграем. Хорошо, дальше идем, принимаю следующий вызов. Да, вот вижу. Так, 5 плюс 3, Илина меня вызвала, но... Илина, подождите, но слишком вы длинный, слишком вызов такой отправляете. 5 плюс 3. Вот. Так, а что у нас с интернетом, что ли, что-то? Все разъединилось. Подождите. А что случилось? Интернет, извиняюсь, интернет завис. Сейчас, секундочку. Мы будем на связи. Вот эта шахматистка, которая думать не любит. Все, интернет завис, извиняюсь. Сейчас я вернулась, по-моему. Так, на Твиче тоже меня смотрят. Hello everyone who watching me on Twitch. I will speak in English also. So, if you want to challenge me, you can do it. My nickname is KarinaChess11. So, feel free to challenge me. And I will play the game against you. На гитаре нет, на гитаре я не умею. Так, ладно, дальше пошли, а то зависло что-то с интернетом. Давайте опять принимаю вызов. Так, Ваня, ваш вызов же я вроде показала, нет? Вы видели эту, как его, список? Давайте так пошла. Так. Слон b4 шах, да? Давайте так. Так, пойду. Все пожертвую. Все пожертвую, а дальше посмотрим. Как говорится. Все-таки слоны активные, да? И такой гамбитик играть можно, в принципе. Если осторожно. Так. Что теперь делать? На f7 хочется сразу чего-нибудь навесить. Или через конь g5. Или Е5, да? Ну, давайте Е5 лучше по центру тогда. И вот здесь уже прямо хочется что-то пожертвовать. Так, слон F7. Еще такой, кстати, есть ход. Но ничего не дает, да? Слон F7, F7. Так, подождите, мне хочется как-то форсированно, поэтому я, собственно, думаю здесь. Хотя есть множество разных ходов, где думать-то особо не нужно будет. Так. Ну ладно, давайте коня тогда подтягиваем. Не вижу форсирован. Ферзь d5-0-0. Пока там не вижу, чтобы я сразу выигрывала. А фигуры не развиты, поэтому давайте другие фигуры подтянем. А потом уже что-нибудь да сделаем, да? В любом случае, это конь абсолютно вне игры здесь, поэтому тут можно ходить по-разному, опять же. Ну, давайте ладья Е1. При любом скрытии игры мои слоны, конечно, они тут должны сказываться. Конь F4 на Е6 пошел, видимо. Конь, да? На блокаду? Конь пошел на блокаду. Ну, ладно. Хорошо. Давайте так пойду, вторую ладью еще выведу. Конем на d4, да, ну слон c4 есть такой вариант тоже в шотландке. Шотландский гамбит, да, так называемый. Не скажу, что он прям такой супер хороший, но можно пойти. Так, теперь ладья d1 я хочу. Я хочу ладья d1. Конь e6. Ну, давайте я пока, видите, по центру просто ставлю. Как черным развиваться? Это вот в этом у них проблема серьезная. Как им развиваться? Непонятно. Так, а что-то я хотела еще нажать. А, потом. Ферзь e7. Ну, надо что-то поднападать. Ну, конь e6 стал неплохо, да? Да.
Так, может, ферзя уже куда-нибудь там? Кто это мне дает? Давайте так. Будем вызывать ход g6 где-то. А мы играем с каким контролем? О, мы играем без добавления. По 3 минуты. Это о чем говорит? О том, что нельзя... нельзя тормозить. Что иногда случается. Давайте. Тут вот... Тут черные поля ослабились. Но так сразу вот этот слон-то в пешку упирается собственную, да? А, кстати, у меня есть, знаете, какой план? Так, о нем d5 хочет. Потом конь f5 еще, да? Ферзь h6. Конь f5, ферзь f4. Ферзя на f4 поставлю, а коня потом, может быть, g4 где-то выгоню. Или конь у меня так пойдет сюда. Так, так, так. Карина, как часто ты думаешь о шахматах? У тебя постоянно позиция в голове крутится? Нет, не постоянно. Ну, когда играю в турнире, думаю, большинство с времени. Вот. А когда турниров нет, думаю, но постоянно у меня позиция в голове не крутится. Вот. Когда турнир, просто очень сильная концентрация и напряжение, поэтому всегда думаешь о партиях, о дебютах, о том, как можно было бы сыграть, как там свои ошибки вспоминаешь периодически, особенно самые тупые ошибки, из головы никак не исчезают. Так, ну здесь я опять напала, да? Я потихоньку нападаю, прям. Напал, ну можно уже съесть шахом. Так, отойду слона. Слона хочу сохранить, чтобы потом Е6. Чтобы мат поставить. Так, вот здесь надо какой-нибудь... Ну, тут есть... Я хотел красивый мат. Ну, ладно, обычный. Обычный мат поставлю. Так, и ферзь G5, да? Все-таки тяжело было тут черным бороться. Почему? Потому что фигуры-то все скованы. Центр я заняла... Ну, пешки пожертвовала, но шахматы же не только игра в пешки, да? Тут все-таки доминация фигур очень большая. Тяжело было бороться. Now it's very difficult to play, because I have very good center, and I have pair of bishops. And, okay, it's very difficult to develop a queen side. Так, какой я в очереди? Да, ну я уже вижу, что Ваня хочет сыграть. Какой он в очереди-то? Так, подождите, ну давайте без спама. Сейчас придется, а то вас отстранить. Я вас вообще в списке не вижу. Я не знаю, что вы хотите от меня. Но вас в списке я не вижу. Никак. Во, сыграем с Лешей Софт. Давайте. Лешей Софт сыграем. Так... Как пойти? Ну, давайте так, d5 пойду. c4. Классика. Развиваемся. Так, это у нас защита тагыш, да? Может получиться. Слон e7 я пойду. Слон d3. Ну, рокировочку пока. b6. Слона куда-нибудь. На b7, на h6. Ну, b7, скорее всего, в этой позиции. Слона на h6 иногда выводят, когда пешка на c2 стоит у белых. Тогда слона на h6 выводит, чтобы белопольных слонов разменять. Вот. Так, Айра туда, спасибо. Немножко успокоил Ваню. Там какой у него? 2011, Ваня. Во сне можешь обыграть. Ну, тут же дело не в том, чтобы кого-то выиграть, там еще что-то. Я имею в виду вот эти стримы, игра со зрителями. А просто удовольствие получают. Многие хотят сыграть. Что... То есть до удовольствия играем же здесь, в первую очередь, сейчас. Вот. Так что все это
В удовольствие. Хорошо поиграть, время провести, пообщаться. Так что какие-то вопросы есть, задавайте на шахматную тему, тоже всегда отвечу. Может, что-то полезное, какой-то совет вам дам. Так, H6. Ну, я думаю, H6 для меня, в принципе, выгодное продвижение, мне так кажется, поэтому... В 90-е Арейра была популярной. Интересно, Карина была ее по конте? Нет, кстати, не была. Я особо вот этот сериал «Дикий ангел»-то не смотрела на самом деле, хотя все его смотрели. В это время у меня вообще концентрация была полностью на шахматах, если честно. Я вообще многие вещи пропустила в этот период времени. Вот именно тогда я думала, наверное, 24/7 о шахматах. Виндвит 2021. Не вижу. Нет у меня такого вызова. Скидывайте быстрее. Вот Ваню 2011 я наконец увидела. Так, а здесь слон, да, висит? Наверное, надо было ферзем на b1 отойти или на e2. Теперь я съем слона, так. Как запомнить шахматную доску, спрашивают. Как запомнить? Решать задачи, не двигая. Решать задачи, не двигая, я думаю. Покемонов? Нет, покемонов я не пропустила. Покемон у меня был. У меня и покемон был, и Тетрис. Вот. Нет, в эти игрушки я все не пропустила. В Дэнди, конечно же, играли тоже. Хорошее воспоминание. Дэнди. Ну вот всякие Наталья Орейро, это я вот все упустила. Шахматную доску вообще надо запоминать просто без фигур, да, поля какого цвета, уметь быстро ориентироваться. То есть смотрите на доску, запоминать, закрывайте глаза и пытайтесь мысленно представить доску и угадать, допустим, какого цвета поле D4, какого цвета поле там D5 и так далее. Онлайн-шахматы, читерство, просто беда. Ну, согласна, да, просто беда. Других и нет определений. Ну, ничего, и как бы и не изменится в ближайшее время, я думаю. Как было онлайн-читерство, так оно и будет. Так, ну здесь, да, уже тут фигурой. В эндшпиле всегда попроще, да, с фигурой, чем Миттельшпиле. В Миттельшпиле еще что-то может быть, а в эндшпиле уже вообще ничего, скорее всего. Поэтому тут. Так, Юрий Геннадьевич, интересное предложение от вас поступило. Напишите на почту поподробнее, что конкретно предлагаете. Тоинто, thank you for your subscribe. Thank you very much. Nice to see you here. If you want, we can play the game. So you can challenge me. Today I play against followers and subscribers. Time control is different. You can choose. My nickname is KarinaChess11. So feel free to challenge me. I will play against you. And everybody can challenge me today. Так, это у меня там на Твиче тоже зрители есть. Всем спасибо, кто смотрит. Ладно, давайте дальше, да? Давайте, вот Айрат, хороший соперник. По 2 минуты мы с ним сейчас сыграем. Так, пошла. А, кстати, я с Айратом Е4, по-моему, не играл даже еще. У меня что-то такое подозрение. Я не помню вообще. Я играла с Айратом? Е4. Так, вот эта схема, сейчас проверим. Так, вот тут уже не самый хороший ответ Айрат выбрал. Под Е5. Вслепую сыграть? Ну, не знаю, можно как-нибудь. Может быть, вообще сделать стрим вслепую? Но надо потренироваться. Я на одной-то партии, в принципе, уверена, а вот... Несколько, я даже что-то и не пробовала. Может быть, потренироваться мне немножечко?
Так, а тут знаете, как самый сильный? Вот так. Не качество есть на А8, потому что там слон D7, ферзь А8, белые поля свистят, а именно в этот эндшпиль идти. И тут на самом деле очень неприятная позиция. Сейчас проблемы начинаются у черных. Так, я хочу просто вспомнить. У меня на стриме была такая же позиция один раз. Я тут очень быстро перевес получила. Как-то, как же тут это было? Так, по-моему, пошла что-то. Слон Е3, конь Б5, что-то как-то... Что-то как-то было. Или F4. Надо вспомнить. Ну, можно и не вспоминать, можно сейчас заново, да, вот это получить все. Тут висит. Очень хорошая была у меня позиция там. Так, ну да, белые поля. Я на F7 могу, в принципе, съесть одну пешку. Есть мне ее, что ли? Давайте одну съела. Потом вот это поле есть для слона у меня. Часто ли я играю вслепую? Ой, так, у меня что-то чаты... Сейчас я открою. Часто ли я играю вслепую? Нет. Вообще не часто. Я вообще не играю вслепую ни с кем. Hi, VGM. Hi, hi. Today I play against subscribers. Feel free to challenge me for the game. Так, тут Айрат прицепился, да, к этой пешке. Сейчас подумаем. Ба-ба-бам. Как пойти? Может, ладья D1? Так вот. А, мы, кстати, без добавления играем. Это важный момент. Надо ускоряться в какой-то период партии, да? В какой-то момент. Так, ой. Кстати, скоро моя новая камера, наверное, придет. И у меня будет сейчас получше, может быть, изображение даже. Посмотрим. Ну, я атакую в центре. У меня пешка, кстати. Я же съел пешку еще там. Я уже про нее забыла благополучно. Конь c3 ход. Интересный, но конь c3, слон c6, конь бам-бам-бам-бам. Ну, это, наверное, в минус-то... В минус черным, на самом деле. Ход красивый, но толку от него много нет. Я так пошла. То есть я слона получила. Двух слонов. Так. Так, пошла. Все съедаю. А зачем там съел? А, вот тут слон затаился, да? Да, ну тут... Времени нет. Вот это, кстати, вот эта вот позиция, давайте покажу. Вот тут надо или слон g4, да, есть ход, или слон d7 сначала, или конь d4, ферзь d4 и слон g7 тогда. Потому что если здесь пойти слон g7 сначала, можно конь c6 побить, bc как был в партии, и e5. И самая фишка, что на d не надо бить слон c6. Слон c6, слон d7, слон a8, это не так хорошо, потому что ферзь a8 и белые поля тут просвистывают. Но здесь можно идти в эндшпиль, вот так взять, и слон c6, и преимущество у белых здесь, за счет того, что пешки испорчены. Вот. Так, вижу, Анатолий Ткаченко подписался на канал YouTube. Спасибо Анатолию, рада видеть. So I told it's not so good to play here bishop g7 because I can take an e5 immediately, and here it's important not to take exchange because if we take on c6 and then take on a8, there is a problem with white square, and it's very important to take queen and to play this in game. Here white has advantage because it's double pawn and king position is not so good. So here it's important to go to in-game. Привет, Ричард 50, привет. Реванш. Как учеба? Так пока, Евгений, здравствуйте. Евгений был пока что... Были пока что же каникулы, и с понедельника возобновляется. Так что я пока... Отдыхал, можно сказать. Ну, отдыхал это так. Вот. Условно, все-таки отдых.
потому что много всего еще надо было делать, вот. Но от учебы отдыхала, так могу сказать. Давайте турнир предлагают. Здравствуйте, а есть какие-нибудь негласные правила повышения тактического зрения или, может быть, секреты? Так, секреты повышения тактического зрения. Ну, я знаю только один секрет повышения тактического зрения, и он очень простой на самом деле. Если я вам сейчас его скажу, вы разочаруетесь и скажете: ой, это было так просто. Самый главный секрет повышения тактического зрения – это решение задач не один день 100 штук, да, а каждый абсолютный день 50 минимум задач. Просто штурмовать все эти задачи по темам, можно без тем. 50 в день – это самый минимум вообще, просто самый минимум. Если вы в таком режиме будете, допустим, полгодика даже тренировать свое тактическое зрение, я могу вам гарантировать, 1-2 хода вы зевать вообще ничего не будете. Вот. Ну, а когда вы перестанете просто хотя бы зевать, вот так вот, да, такую простую тактику, у вас уровень сразу же повысится, это вы заметите по своему рейтингу. Отдых – это работа над шахматами, так понимаю. Да, Евгений, вы правильно поняли. Так и есть. Так, тут товарищ хочет. Товарищ все хочет сыграть. Ваня, давайте с ним сыграем, потому что человек прямо ему не терпится. Давайте сыграю с Ваней. Так, Айрат просит реванш. С Айратом тоже сыграем. Еще. Ну, слепую, конечно. Поскольку задач ты решаешь день. Ну, сейчас у меня нет такого, что я решаю, допустим, каждый день 50 задач. Вот. Но каждый день хоть чуть-чуть я решаю. Хоть штурмик один там. Вот так. 1-2 штурмика минимум. Ну, а так, когда перед турнирами я готовлюсь, конечно, я начинаю каждый день решать уже по многу. Ну, я в детстве просто все возможные учебники, которые были по тактике, я все перерешала. Просто вот все самые известные учебники, если вы возьмете, я их всех все перерешала. Поэтому, ну, там сколько там, не 1000 задач, да, там даже больше. Мне кажется, в каждой книге там по 2-3 тысячи задач, да, и там книг 10 я таких, наверное, мне кажется, все перерешала. Это самые простые я еще сейчас о самых простых говорю. А это была моя ловушка, Ваня. Ловушка. Двойной удар. Я же Е5 поэтому пошла. Это строго 50 штук в день? Нет, это минимум. Это минимум 50. Так, здесь вот видите? Смотрите, вот Ваня зевнул фигуру. А почему он зевнул? Потому что тактическое зрение не развито. Чувства опасности нет, да? Когда тактика может сработать. Кстати, на моем канале было такое видео, как же оно называлось? По-моему, оно называлось «Когда срабатывает тактика в шахматной партии», да? Когда тактика может срабатывать. И там как раз-таки я говорила о том, в какой момент вот это чувство опасности должно появляться, чтобы не зевать, то есть... В партии наступает такой момент, когда ты чувствуешь, что тактика может сработать. Вот, и там я разбираю вот как раз-таки эти предпосылки, так скажем. Так. Что мне теперь делать? Слон Е6. Слон Е6. Так может пойти. Немножко косо, но хочу. Сыграй, пожалуйста. Сыграю обязательно. Игрок. Вижу. Намного меньше. Ну, вот тут, да, просто быстрого результата добиться тяжело ведь. Так, подождите, сейчас я тут немножко под это залезу. Ой, тут же висит. Слушайте, ладья Б8, какой был плохой ход-то. Ну, ладно, пока вроде ничего. Вызвал вас... Да, ну все, я вижу все вызовы, я обязательно... Смотрите, я, видите, сама, по-моему, прозевала сейчас тактику, потому что Е5 у меня на С6 провис. Но, похоже, я все равно выпутаюсь тут, кстати, о птичках. У меня потенциал позиции очень высокий, и мне кажется, я даже сейчас выпутаться смогу.
Да, смотрите, у меня настолько сильные фигуры, что даже здесь у меня фигуры не съедят. Нет, на личес я тоже не советую решать. Это там есть абсолютно дурные задачи какие-то. Watch out for Weezer. Окей. I will find you. Так, а у меня, кстати, была идея вот слон Е6, видите, от связки таким образом избавиться. И, по-моему, я уже выпуталась из этой ситуации, где моя фигура провисла, да? Конечно, тяжело было анализировать без компьютера или ПК был с самого начала. Нет, конечно же, никакого ПК не было, даже и близко. Подождите, а я же под D5 все равно залезла. Так. Ну, значит, надо подкручивать чего-нибудь. Крутануть надо. С другой стороны, что у нас по пешкам? 6-6. 6-7, да? Так, конь D3 есть ход. Смотрите, какой красивый ход отыскался. Шик блеск, да? Конь D3 очень симпатичный тактический ресурс. Брать нельзя из-за вилки на F2. А здесь все висит. Вот. Компьютера на самом деле не было. Когда же появился-то первый компьютер? Помню, мне отец купил первый компьютер. Когда это, какой год-то был? Наверное, 96-й, что ли, это был год. До этого... Нет, это даже не 96-й, наверное, было. Какой-то 98-й или 9-й или какой там. В общем, мне уже, получается, мне сколько было? Лет 9 мне было. Ну да, получается, где-то 97-й, 98-й. 9 лет мне было где-то, а первый разряд я выполнил 7 лет. Ну и опять же, это появился такой стационарный первый компьютер, и там программ-то особо шахматных не было. Там можно было играть против компьютера, ну понятно, у него сила была там. Фриц 2, по-моему, там Фриц 3 какой-то был, что-то такое. И, соответственно, мы как занимались-то и вообще на турниры ездили. Мы приезжали на турниры. У нас была энциклопедия, была у нас шахматная доска, и мы вот с тренером энциклопедию открывали, там по индексу смотрели, какой же дебют сыграть. И у нас на каждого такого сильного соперника, кто в детских соревнованиях играл хорошо, там, с кем я конкурировал, на каждого было досье. То есть там в тетрадочку выписывали, всякие делали ксероксы бланков, выписывали, кто что играет. То есть вот с такими тетрадями, то есть там три вещи берешь на турнир и чемодан тетради, да, шахматные. И вот так все, на каждый дебют тетрадочка была, ходы выписывали из информатора, из каких-то книг, и так готовились. То есть, в принципе, вообще с компьютером, именно нормальным, когда были хорошие программы, я начала работать, ну, наверное, сколько мне было, лет 15 уже, мне кажется, так. До этого времени, даже если и появился там у нас первый компьютер стационарный, но там программ-то особо и не было шахматных, чтобы прям готовиться. Вот, а лет 15 уже, наверное, это какой год-то? 2004, 5, да? Уже появились ноутбуки первые, там какие-то базы появились, Chessbase и все такое. Подготовка уже стала другой. Ну и, соответственно, она стала другой в том плане, что времени уходить стало гораздо больше на подготовку, потому что с появлением компьютеров работы стало настолько больше, что сравнить даже нельзя. Приходится очень много сидеть за компьютером, то есть ты еще партию не сыграл, уже уставший обычно. Напряжение в разы стало больше просто. Сравнить нельзя вот шахматы тогда и сейчас. Сейчас просто какое-то жесткое заучивание периодически приходится выполнять. И очень, очень сложно сравнить. Опять же говорю, никак нельзя то время с нынешним. Chat, who speak Russian? My os. Him says anything, but he's not understanding.
Окей, окей. Some people very, very angry, I see, yeah? But you can challenge me for the game if you want. So, now you have a chance to play against me. Ну, заяц, погоди. Так. Давайте, теперь надо пешку реализовать. Так, сбили меня там немножко мысли, ну ладно. Ну, заяц, погоди, а давайте так на ограничение сыграем, вот эти поля отнимем. Так, буду немножко на английском. I need to control all squares here. But now it should be absolutely winning, because here bishop is better than knight, and I have passed pawn up. Should be absolutely winning, yeah, my bishop is very strong. To activate king first. But I have a plan to come here also. Интересный план, просто сюда прийти, да, и съесть. А на h6 я могу его отсюда. Так, а у него, по-моему, вообще ни одного нет угрозы. Just coming here and to take. I can do. Так, а теперь я два, кстати, чата вижу. Так, ну все, пришла и съела. И отдаленная проходная у меня. I can take on h7 and then create pass pawn immediately. Еще какой-то вопрос там был. Пу-пу-пум. Сейчас я посмотрю, какой там был вопрос. А может так, кстати, еще похитрее сыграть, красивей. Хотя можно, он конь d2 где-то хочет на эту пешку напасть. Давайте вот коня ограничим. Сюда. Вызываем. Так. Что еще тут? Пишут. Вопрос какой-то был. Я сейчас пытаюсь отмотать, хоть вопрос посмотреть, какой еще там был. Не вижу. Произношение английского, какое мне нравится больше. Мне вообще все равно. Главное, чтобы я понимала. И меня понимали. А какое там произношение? Ну что, двигаем. Challenge my master of mayhem. Окей, okay, one second. I will accept. Don't worry, we have time. Так, а может как-нибудь... Давайте по-красивому сделаем. Так. Now I want to win the game with beautiful way. Самая памятная партия у меня спрашивают. Ой, такой вопрос. Если честно, у меня вообще вот нет привычки о чем-то ностальгировать и вспоминать. Now I promote finally my queen. Не знаю даже, какая же самая памятная. Сложный вопрос прямо, Дмитрий. Я вот задумалась. Я хочу мои шахматы без работы. Кто может мне помочь? Никто не может вам помочь, если вы хотите улучшить ваши шахматы без работы. Да, Сталин. Ну, Дмитрий знает классиков вживую, да? Это круто, конечно, так, с людьми такого масштаба хоть где-то сыграть когда-то. Okay, now let's play next. Now I will play some game with player who watching me on Twitch. Who watching me on Twitch? Send me your nick and I will play against you.
Now I will... Me. But ni- me... What is your nickname? Ah, no care. No care. Okay. I will play against you now. No care. Toento, I will play against you also. Okay, now I will comment in English all game. Эту партию на английском прокомментирую, у меня тут подписчик с Твича тоже. Now I will play Philidor defense, e5. Okay, this in game, I think, quite normal for... should be quite normal for black. Usually there is not so many problems. Okay, bishop d6. Okay, bishop e6. It's one of position here. It's double pawn in the center, but I have a semi-open file, f-file, and I think it's quite normal for me. But for white should be also quite normal, for sure. It's king e7. And here I have a plan to play on king side, on queen side. c6, b5, b4, a5, like this. Let's do it, c6. h3, I don't know, but we'll see, yeah? b5, can I move immediately? b5. And then I want to play a5, a4, b4, like this. I have some idea to get some space on queen side. My knight is very good on c5 usually, and knight d7, knight c5, one of option. Okay, he's trying to bring knight here or what? I can move a5 or I can start with knight d7. What is the best now? Let's do knight d7. I want to put my knight to c5. Or I can put my knight to b6 and play b4. Так. С Новым годом, да, всех с Новым годом поздравляю. Всех. Турнир просят. Ну, сейчас посмотрим, да, как по времени. Ну, турнир у нас был с призами в прошлый раз. А здесь... Так, как пойти? Ну, давайте, может быть, на b6. c5 все-таки. Now I will move to b6. I want to control all squares after b4 move. Before, knight e2, rook d8. Ого, b3. B3 move usually has some problems because black squares, yeah? I can check, but check gives nothing. And there is no b3 square for knight. This is a problem. And also a5, a4 is idea. How to start? B4 is interesting. Check is interesting, rook d8 also. Okay, let's do a4. a5, I want to play a4 to open a-file. Опять h4, тут стандартная идея. А, кстати, вот поторопилась, может быть, да? Коня освободил. Ну, ладно. Now I can move back. But I can move back with this knight also. I don't know. Okay, let's play. A4. Кстати, без добавлений играем. We play without increment. Здравствуйте от Аргентины. Здравствуйте. Ничего себе, уже даже из Аргентины меня смотрят. Аргентина, конечно, супер. И Бразилия, Аргентина. Но Аргентину я очень хочу на Перито Морено съездить. Я прям уже настроилась, что поеду, но видите, какой год сложился. Ничего, никуда не поехал. Не было возможности поехать. Now I can take. Now I can take. Let's play. Let's take, because he cannot take with c pawn and knight. He should take with a pawn. But then I will start to attack on a-file. Because I have two rooks, and two rooks in attack is very strong. It can be very dangerous.
I think I have very strong attack now, no? A takes b3, then bishop a3, king b1, and then bishop b4, maybe like this. Or to start with rook a1, rook a2 also possible. Rook a2 is interesting. Rook a2, rook... rook a8, bishop a3 is coming, king b1, rook b2, king a1, rook c2, or rook a8. Атака? Hello from Mallorca. Оля, оля. Так, тут уже Матецкий не за горами пошел. Так, ладно, время, время. Ага. Не стал на едва съесть, но съем. Now. Да, ну тут победа и по времени и так. Hello from Liches. Hello. Hello from Cyprus. Hello, hello everyone. Today I play against subscribers. You can challenge me. Thank you for the game. Так. Ничего не понятно. Эта партия была на английском, потому что с твича были. Меня тут захитили. И есть они тоже, кстати. Давайте дальше. Сейчас, секундочку, окно закрою. Как-то прохладно стало. Так, так, плечи. Не скучно? Видишь? Пока сидишь, сиди. Так, я вернусь. На аргентинку. Нет, других роликов из Бразилии у меня нету. Турнир будет? Все что-то турнир просят. Ну что? Let's go tournament, please. Кто хочет турнир? Давайте. Давайте на 40 минут, на 45 минут турнир. Okay, now we can do the tournament if you want. Что делаем? Турнир или с подписчиками играем? Давайте, пока голосуйте, я сейчас приму следующий вызов. Now I will accept next challenge. Так. Давайте вот с Ником играем. Hello from Turkey. Hello. Hello, hello. Турнир, турнир. Ну что, по минутке может тогда турнир? Давайте, может, буллет? Турнир. Everybody want to play the tournament now. Давайте по минутке тогда. Кто? Кто за? С подписчиками как? С подписчиками вот сейчас играю тоже. Так, Метерикс, мистер, хочет сыграть. По три? Ну, по три долго. Все хотят блиц. По две. По три, по три, по три. Все хотят по три. Никто по минутке не хочет, да? Так, let me think. Один плюс один, три. Один плюс один или три. По три хотят все играть. Так, ладно, сейчас подумаем.
Призовой фонд? Нет, призовой фонд в прошлый раз был. Так, ладно, сыграю, да, с вами в FakeStorm. Подождите. А, мы тут с добавлением играем? Мы тут играем, оказывается, с добавлением, смотрите. По три я могу, но тогда минут 45 турнир, арена. Плюс два. Everybody wants to play the tournament. I don't know. What do you think? Do you want to play the tournament? Пять плюс два, конечно, что-то вызов какой-то. Слишком длинная партия, да? Надо было все-таки что-то поменьше времени нам выбрать. Так. Яша, сейчас сыграем, ладно, еще играем партии, турнир сейчас по ситуации посмотрим. Ждем. Сейчас по ситуации все решим. Так, вот тут с Ником у нас партии сейчас затянется из-за того, что по 5 минут. Давайте в следующий раз все-таки вызов поменьше времени, потому что это... Еще и с добавлением, это мы вообще вечно сейчас будем играть тут. Так. Так, пошло. Предлагает ничью соперник. Ну, давайте, да, ничью, потому что я совсем не сыграю. Или давайте киньте мне вызов с контролем 3, допустим, или 3 плюс 2. Мы так будем очень долго играть. А они не успеют. Да, больше 3 минут не принимаю вызов. Так, FakeStorm. И плюс 1. Агрессивно. Кстати, вы написали мне играть агрессивно. Ну, давайте попробуем. Попробуем. Now I will play a bit. A bit more aggressive, yeah? Knight c3. Не с несколькими людьми еще сыграю, потом турнир. Few games more, and then I will play the tournament. Вот видите, соперник быстро отдал фигуру, поэтому... Не затянется, да, партия? Так. Что там? Так может пойти. Случайный соперник 2400, 2500. Да, ну у нас просто сегодня игра со зрителями, а 2400, 2500 же я постоянно играю, в принципе. Нельзя сказать, что я не играю сильными соперниками. Я очень много играю сильными соперниками. И арены я играю, в принципе, все почти. So everybody wants to play the tournament, so maybe I will create the tournament now.
Не, играть будем без добавления, потому что сейчас всякие читерства опять начнутся и все настроение попортят. Никаких добавлений. Ну, даже так они начинаются, даже с контролем 3 плюс 0. Это обидно. Так, хорошо. Держи один. Шва. Быстренько закончим. Tournament is a good idea. Окей, окей, now we will start very soon. I should play a few games more with subscribers and then we will play the tournament. Так, ну что, можно съесть, наверное, на c6, на g2 отдать, король идет на b3. That's okay. I can take on c6, and then my king will go to b3. Take. Так, с кем еще обещал сыграть-то? С Элиной? Или с кем, не помню. Так, ну что, нам надо слона как-то. I can move e5, yeah, because I need to attack c7, finally. Так, что-то у нас 101 человек смотрит, это круто, всех рады видеть, всем привет. Лайки, 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 обязательно надо ставить лайки, кто не поставил. Поднажмем немножечко на кнопку. Нажми на кнопку, получишь результат, вы же сами знаете, так что на кнопочку нажимаем, лайк. Ставим. Так, ну что, мне уже надо мат ставить. I should checkmate, but how? How to do it? With his some pawn. With his some pawn. I need to bring my rook here, yeah? The only thing I need. Как самый простой? Еще можно разменять. Можно пешку Е провести, наверное. Много идей, ладно, так. Все подписчики с любым рейтингом тоже хотят играть. Да, ну я понимаю, но мы играем, несмотря на рейтинг же. Как такую песню не знаете? Это песня известная. Технология. Группа. Now I need put my rook on b5. Там у нас подскочили какие люди, да? Привет, привет! На испанском тоже скоро будет. На испанском тоже скоро. Все, скоро новый уровень. Многоязычные стримы. Победка! Ура! Так, ну ладно, дальше поехали. С кем там? Кто-то очень просил. Игрок, давайте вот. Не, ну 3 плюс 2 не подходит, игрок. Давайте меньше контроль. 3 плюс 0 там. Элина тоже меньше контроль. Не успеваем мы играть со всеми так. Давайте сейчас, если кто-то короткий вызов скинул, с кем-нибудь сыграю сразу. Без добавления давайте. И время меньше оставим. На испанском. Ну, хорошо, хорошо, сделаем. Так, сейчас подождите, что-то потемнело, по-моему. Включим свет. Окей. Next game. На пляж надо выбраться. Давненько не была.
Ну, испанский выучу на пляж и стрим, это точно. Эта идея хорошая. Ну что, по три, ну ладно, по три так по три, давайте вон Артурика по три. А что-то Артурик соскочил, да? Или нет? Next game. Next game. D6. Так, я сегодня Филидор все время играю что-то. Так просто как-то. Ой, что это такое? Так. Сто 115 зрителей, всем привет. Кто в первый раз подключился, всех приветствую. Информацию обо мне можно найти в описании. Сегодня играю со зрителями, так что вызывайте, сыграю с вами тоже. Вот, если есть какие-то вопросы, спрашивайте. Тоже с радостью отвечу. Окей. Again, knight d2, knight c4 зайди. Биф. I need to control, yeah? Да, зевнули, жалко, зевнули. Если бы не зевнули, ну, нормальная позиция, да? Ничего такого страшного-то бы не произошло сразу. Хотя слона на g4 пришлось отдать, это уже было неприятно. У меня контроль был в центре. Так сразу подрывает. То есть соперник играет там, где я хотела, в принципе, играть. На b4 уйдет, но поле c4 появится, да? Давайте a6 укреплюсь тогда. Так, напоминаю, что кто не подписывался, обязательно подписывайтесь. Лайки приветствуются, донаты тоже приветствуются. Если есть у кого-то желание поддержать, всегда, как говорится, welcome. Будет очень мне приятно, это важно, чтобы понимать, что мои стримы нужны зрителям. Так, ну что, тут не возьмешь, да? Укрепляется соперник. Потом сдвоит. Так, может, пока пойти. Моя идея где-то пешку, может, так даже? Руфат, вас никто не заставляет смотреть. Я не знаю, что вы здесь потеряли. Если не нравится, всегда можно переключиться на что-то другое. Это не проблема абсолютная. Карин, привет. Скажи, пожалуйста, если мало времени на шахматы, есть выбор между сыграть партию или решать задачки? Что продуктивней? А продуктивнее порешать задачки, допустим, 40 минут и 20 минут поиграть. Вот. То есть, допустим, 70% времени задачкам уделяете, 30% игре, практике. Сразу турнир. Титульный вторник, кстати, я хотела у вас спросить, титульный вторник на какие? Так, тут еще вопрос. Карина, почему ты изначально решила начать стримить? Ну, я решила начать это делать, когда это еще не было мейнстримом, так скажу. То есть не было столько стримов, каналов и так далее. Это было в конце прошлого года. Ну как, уже не прошлого, то есть получается в конце 2019 года, да, это было. Вот, и просто решил что-то новое попробовать. Мне казалось, что это как-то интересно и прикольно, и я думаю, почему бы и нет. Вот так и получилось. В какой-то момент хочется что-то новое сделать уже, потому что все-таки все мое время уходило на тренерство, на игру и так далее. Хороший соперник, кстати, ход конь А2 нашел, чтобы сразу не проиграть. Вот. И теперь все вообще не ясно. Я еще бас ел, он ушел, да? Так, надо бить, наверное, тут, что ли?
Все-таки бить надо, наверное. Пешки сдвоенные. Сейчас по линии Б сдвоимся мы. Карина, с Горячкина были партии у вас? Да, были. В классику были партии. И были партии в Рапид. В классику, по-моему, я два раза проиграла, один раз выиграла. По-моему, что-то такое. А в Рапид... Вот я не знаю точно, кстати, какой счет у нас Рапид. Это надо посмотреть. В Рапид у нас была партия на чемпионате мира. Потом у нас была партия в Рапид еще. Так, сейчас, подождите, партию доиграю. Ой, c5, блин, рано пошла, плохой ход. Ладно, сейчас отвлеклась немножко. Да, он был, коня на b4 поставил. Надо было сначала а 3 ходить, а потом c4, чтобы матовые угрозы где-то были там. Так, ладно. Поднажмем. Победа. Да, ну тут концовка пришлось ускоряться по полной уже. Просто пришлось ускоряться по полному. Так, там Руфас что-то все возмущается. Я вообще не поняла, в чем вообще проблема. Ну ладно. Если есть проблема, так есть. Добрый день, Карина. Как вы относитесь к защите Филидора? Играбельно на вашем уровне? Да, вполне. Дебют абсолютно нормальный, хоть и отдает пространство в самом начале, но играть можно. Особенно часто я его играю вот на стримах, блиц, буллет. Также иногда играю в классику даже. Мне этот дебют кажется абсолютно нормальным. То есть, в принципе... Да, немножко дает инициативу в самом начале, но потом на контр-игре можно, в принципе, спокойно бороться там. Не вижу таких уж больших там проблем, чтобы вообще его не играть. Мне так кажется. Почему отменили титульный вторник? Вот, кстати, не знаю. Напишите, пожалуйста, титульный вторник, когда будет. Я бы сыграла. Так, все уже просят турнир. Ну, хорошо. Турнир так турнир. Да, забавные комменты. Так, ладно, давайте турнир тогда. Окей, let's play the tournament. Турнир. Турнир Арена, что ли, сделаем? Давайте, турнир. Так. Ну, я не знаю, ну, по три... Может, по две все-таки сыграем, а? По три все хотят. Все хотят по три. Ну, я не знаю, сколько. 45 минут максимум. Давайте, только для членов клуба. Да, игра с подписчиком раз в 100 лет, это вы правильно написали. Вот. Так что... Так что я не знаю, ну видите, как-то все хотят. Турнир, не турнир. Я поэтому предлагаю сыграть турнир с меньшим контролем и быстрее его закончить. И продолжу играть с... продолжу его играть.
играть со зрителями. Так, тут нас поддержали. Карин, спасибо за стрим. Так же интересно слушать ваши комментарии на английском. С уважением, Денис. Спасибо, Денис. Я не знаю, это донат с подколом или что? Или нет? И это не с подколом. Не совсем поняла. Также поддержал Алексей на хорошее настроение. Алексей, вам спасибо большое. Вот. Обсудим еще ферзевый гамбит с вами. Спасибо. Евгений Новиков хочет меня видеть в своем клубе. Только почему же он мне не пишет-то? Я же жду, когда он мне напишет. Ладно, давайте по 2 минуты турнир. Не будем мы затягивать это дело. Это донат без подкола. Ну, спасибо, приятно тогда. Даже если подкололи, ничего страшного, в принципе. Давайте по 2 минуты. И сделаем меньше времени, потому что я хочу еще с людьми поиграть все-таки. Сейчас сделаю ссылку. По 2 минуты 30 минут турнир с берсерком. Сыграем, а потом еще я продолжу играть со зрителями, потому что люди хотят играть и не все довольны. А в какой-то момент уже нужно будет закругляться, поэтому давайте создаю турнир. Сейчас все скину. Now you can join. You can join the tournament if you want. This is the link. But first you need to enter to my club. Карина Chess Club. Сначала вступайте в клуб. А потом играем еще со зрителями. Так, попробуем все успеть. Now you can join the tournament if you want to play. Just... It's 2 minutes without increment and arena 30 minutes. Давайте так сделаем, просто чтобы... Нет, мы сыграем еще с подписчиками сегодня. Подождите. Не расходите, кто хотел сыграть. Пока турнир по 2 минуты. И потом еще поиграем обязательно. О, 18 человек у нас уже. По 2 не хотят. Ну, по 3 просто долго сейчас. Мы это все так затянется опять. Давайте 30 минут. 30 минут, если я по 3 минуты поставлю, сколько партий это получится? 5 партий? Ну, это не серьезно же будет. Поэтому по 2 сыграем. Вот. А, кстати, 2 минуты это как буллет, да, считается? Ничего себе. Я думаю, 2 минуты еще как блиц идет, а оно, оказывается, как буллет. Okay, you can join the tournament 3 minutes to start. Коммерческие съемки были ли? Но почему бы и нет? Вполне бы согласилась. Link. I send the link. Can you see? Так, почему-то не видят link. One more time. Now, can you see the link? I send. Призы будут? Нет, призов не будет. Призы были в прошлый раз. Это просто у нас турнир такой. Давайте, полубуллет какой-то. Олег, этот список, он откуда у вас появился, претенденты? Я не знаю. Полину Шувалову туда включили. Она вообще сейчас, по-моему, не стримит уже. Полина у нее. Так, еще раз ссылка. Давайте. Окей, okay, one more time. Еще раз ссылка здесь. Руфат, вы еще с нами? Я-то думала, вы уже ушли. Вам же здесь не нравилось. Как же вы остались? Ну, если хотите, заходите в турнир, конечно, примем. Почему мы не должны принимать вас? Так, ну что, поехали. Минута 30.
Сколько у нас человек там? 33, ничего себе, как быстро народ добавился. We will start in 1 minute, so feel free to join the tournament. Так, сейчас телефончик возьму. Зачем? Дым-дым-дым-дым-дым. Никто мне не написал. Да, я вижу ваш ник. Сыграем после турнира. Поехали. Ну что, сколько осталось у нас времени? 40 секунд. Да, у меня тут идет плохо, немножко задерживается стрим. Но, по-моему, на Твиче без задержки идет. So everybody is ready? Now 30 seconds to start. Let's do it. Поехали. По 2 минуты играем турнир. Вот Дмитрий тут. Дмитрий. Хороший состав у нас. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Приятно, что бьются за внимание. Приятно. 0. Поехали, ура! Ура! О, сразу с Дмитрием. По 2 минутки это все-таки не по минутке и не по 3. Есть свои особенности здесь. А давайте эту схему сыграю для интереса. Ого! Что-то это такое интересное. Я что-то не в курсе таких интересных схем. А, слон на 6 сразу, да, Дмитрий наметил? Ну ладно. Так, куда пойти слоном-то? Да? Тут все надо успевать и думать надо успевать, и ходы делать. Время-то не так много на самом деле, как кажется. F4, F5. Так. F4 не хочется. Давайте F3 на F2 слона. Быстро Дмитрий играет, а я немножечко медленно. Пока контролирую линию. Вот этот конь, да, ни при чем тут. Конь is bad. Конь is very bad pieces here. Very bad piece. Knight d1. Like this. What about c4? Ага. Ой, зевнула. Что я отдала пешку-то просто так? Пешку зевнула. Надо разменять, да? Потом cd-cd. Ну, как-то слон туповатый был бы, но крепкая позиция. Ну, Дмитрий не берет, видимо, специально. Ну, ладно. Не хочет пешку мою съедать так. Дмитрий, он джентльмен. Так пошла. Вернусь потом на c3. Наверное. Меняет. А так я пешку забираю. Ну ладно, я тоже не буду брать, потому что Дмитрий тогда специально не взял явно. Я тоже поэтому не буду. Он зевнул. Так, а так можем пойти. Тут будет сильней, да? И фигурки. По нём. Так.
Ой, что я сделала-то? Уже я как-то ошибаюсь тут. Ничего предлагать, ну ладно. Тут соглашусь, это такая была партия, конечно. Друг другу подставляли что-то как-то. Обоюдно. Так, тут что, мне меня критикуют опять? Ну, я же не говорю, что пули это серьезная игра. Да, это пули абсолютно несерьезная игра, но люблю иногда поиграть. Ну, просто потому что быстро выигрываешь, да, и быстро партия проходит. Сил особо не тратишь, не напрягаешься, в этом плюс. Вот, собственно, поэтому я только в пулю и играю. Вот. А так, я опять же не спорю, что это не совсем серьезная игра. Поэтому ни в коем случае не буду делать вид, что да, пули. Играйте в пулю, она вам поможет чем-то. Так, вот, кстати, с Элиной сыграла, а то ты очень хотела со мной сыграть. И вот, пожалуйста. Ой, фигура, фигура. Knight is under attack. В чем плюс дебюта конь f3? В том, что вы не определяете центр, и соперник еще не знает, как вы будете ходить. То ли вы будете ходить там d4, то ли вы вообще d4 не будете ходить. А конь f3, первый ход, очень гибкий. И можно соперника вводить в разные заблуждения. Не будет понимать, как вы хотите разыгрывать точно вашу позицию. В этом плюс. В том, что не определяется позиция. Сейчас скину ссылку, секундочку, партию доиграю, скину ссылку. Сейчас, кстати, стали модны такие дебюты, где сразу позиция не определяется и всякие можно ловушки ставить. Изначально соперника ловить на порядке ходов и так далее. Так, давайте ссылку скидываю. Now you can still to play the tournament. Так, давайте берсеркну. Так, связала. Так, еще сильней. D5, чтобы центральную пешку съесть. Надо было начать со слон c3, да? Тут точно съесть. Опасно. Опасненько. Тут. Так. Сразу проигрывала. Слон c4 был ход, там сразу проигрывала. Тут обоюдных ошибок миллионище. Миллион ошибок в этой партии у нас тут. Так.
Боюсь, что мне мат поставят. Как мне убежать? Так, времени нет, да? Времени нет. Сейчас мне будет мат, видимо, где-то. А нет, убегаю пока. Времени нет, да? Очень долго думала. Выиграно, но проиграю по времени. Да, видите, как на берсерках. Молодец, соперник. Хорошо проблему поставил. А, вот. А скорость принятия мышления и скорость принятия решений тренируется? Да, конечно, тренируется решением позиций на время. Сложный расчет и на время. Так тренируется скорость принятия решений. Так, ну что? Я смогу на серию выйти? Мне надо сейчас на серию как-то выйти, время-то очень мало. Здравствуйте, Карина. Здравствуйте, Миша. Все, кто только подключился, всем привет. Сейчас мы тут этот турнир играем. Мы играем турнир. Да, когда берешь берсерк, надо максимальную концентрацию включать, да? Даже если хорошую позицию получишь, времени просто не хватит в какой-то момент. Хочу коня сохранить. I like my knight. Here. Night is very beautiful. Так. Конь с ферзем. Что-нибудь на мат хочется. Так. Так, пока. Сюда, да? Время, что я долго думаю. Не первый раз. Так, пошла. Так. Окружаем. Заходим. Брать нельзя. Все, да, тут съедим. Карин, умеете печатать слепую? Да, умею слепую печатать. Но клавиатурную игру вместо мыши не знаю что-то. Мне кажется, это сложно как-то слишком, нет? Нет такого. Привет, Карина, жаль, что прошлый вторник сорвался, так ждал его. Да вообще турнир же сорвался, а что там? В чем проблема была? Так, у нас там еще на Твиче 30 зрителей. Hello everyone, also on Twitch. So, after the tournament I will continue to play against subscribers. О, смотрите, у нас люди как быстро выигрывают, молодцы. Я тут чуть-чуть еще, а тут уже хоп-хоп-хоп, всех выиграли. Молодцы. Все шустрые и быстрые. Почему я участвовать не могу? Наверное, потому что уже больше половины времени турнира прошло. Может быть, поэтому? Какие страны, кроме России? Это... Вопрос, какие страны, что имеется в виду? Гамбит Теннисона. Не знаю, что за гамбит, напишите мне. Интересные. Столько названий каких-то, всяких этих гамбитов.
Я вообще не понимаю периодически, какой именно мне гамбит имеет в виду. Притом, многие любители эти названия берут из стримов, да, разных. И не всегда вообще понятно, о каком гамбите речь идет, потому что... Ой, ехал. Так. Тут у меня все ездит куда-то. Почему так? Все куда-то ездит. Так, меняем изолятор. Окружим. Так, сюда, может быть, в центр. Так, там какие-то вопросы я не вижу пока сейчас. Тут берсерк взяла, хочу выиграть все-таки партию как-то. Фиаско. Медленно как-то. Не, ну тут я успею уже точно. Так, что за еще вопрос был? Всем привет. Всем привет. Что-то у них такой короткий, потому что еще хотят люди сыграть. Поэтому со мной. С такой медленной продвижением фигуры. Да ничего, нормальное передвижение на самом деле. У меня, кстати, мышки батарея садится, так что вообще она сейчас отключится. Так, ладно, давайте еще партию-то надо сыграть, успеть. Тут у нас люди по 22 очка уже набили, он профессионалы. Профессионалы! Приятно, что такие профики у меня в клубе. Да что у меня зависает, я не знаю. Мышка. Наружка. Мышка, наружка. Зачем слона вообще на Е2-то поставила? Активнее надо, а не на Е2. Матецкий же хочу где-то ставить при случае. Вот зря на c3, кстати, поменял. Кто будет пункт h7 защищать, коня надо сохранять. Сейчас угрозы. Да, вот и это самый типовой зевок в позициях с изолированной пешкой. Фигуру так съедают люди. Люди так съедают фигуры. Глупые люди. На-н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 а. Глупые люди. О, связка. По всем фронтам. Связка по всем фронтам удалась, да? Thank you.
Победа. Так, ну давайте сейчас доиграю, потом на вопросы поотвечаю. Вот, уже к Айрату приближаюсь. Ну это песня такая. Это же песня. Эти гамбиты некорректны, мне кажется. It was some song in Russian, you know? I know some song in Russian. If you want, I can. Без плавок. Ну это вы только что создали ник, что ли? Без проги, надеюсь. Надеюсь, без проги, потому что если будет прога, мы вас потом забаним. Окончательный бесповорот. Но у нас здесь честная игра только. Потому что иногда новые ники создают, именно чтобы с прогой играть. Поэтому я спрашиваю. Так, мне кто-то написал. Так. Ушла. Надо 0-0 сделать. Рокировку. Рокировку. Солнце. Так, все знают эту песню, видите? Все знают эту песню. Нет, ну, соперник играет честно, видно. Зевает, как все нормальные люди. Зря мы на него вообще тут наговаривали. Шах. И конь f2 на король h1, да? Ферзяшу отъедим. Победа! Ну что, в тройку врываюсь. Смотрите, успею я кого-нибудь нагнать? Как вы думаете? Как в турнир зайти? Дмитрий, 8 минут осталось, тут не получается уже в турнир зайти. Победа. Сейчас мне надо догнать Феодосию. Там серьезные люди. Игрок тоже. Дадут мне партию сыграть? Если я на берсерках, у меня есть шансик догнать наших профиков арены. Глупые люди. Сейчас спою, как говорится. Давайте, какую песню еще спеть? Мне просто на каждую эту приходит в голову какая-нибудь песня. О! Так, ну здесь что я буду? Берсерк с 2300 же не буду. Но тут важно просто попытаться выиграть, да? Это лидер нашего турнира. Это лидер нашего турнира. Так, пошла. Пешка у меня сейчас съест, да? Где-то. Хорошо играет. Всегда два варианта. Или он хорошо играет, или я плохо, да? Посмотрим. Так, ну здесь вот я влезла все-таки куда-то. Ой, так нельзя. Ой-ой-ой. Пачку съела, но у него фигурки-то неплохие.
Блин, хочется уже что-нибудь пожертвовать. Давайте-ка, надо наносить, мне кажется, уже удар. Просится удар, потому что ладьи-то все мои в игре. Шах. Вилка. Вилка на f7, да? Брать нельзя ладью. It's not possible to take the rook because of fork. The same idea. The same idea. Not possible to take, да? Еще раз. Та же идея прошла. Ну что, вырываюсь, но Феодосий уже очень большой задел. Очень большой задел. Первый займу. О, тут надо берсерк. Берсерк, берсерк, берсерк. И вперед. Быстрее, быстрее, быстрее. Победить надо. Партию еще, может, успею потом сыграть. Все, поехали, Матецкий. Успеем еще партию сыграть. Еще одну партиечку успеем. Матецкий уже тут. Ой. Елки-палки, моталки. Так, а мне мат тут не поставят. Зевнула. Но ничего страшного. Мы бежим. Мы бежим, 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 бежим. Куда бежим, не знаю. Вперед! Куда мы вообще бежим? Ничего не понятно. Так. Пошло не так. Что-то пошло не по плану. Ну ладно. Так. Время, время! Соперник молодец, хорошо играет. Очень хорошо играет, быстро зацепился. И мне уже надо в эндшпиль идти. Так, ни позиции, ни время в итоге не осталось, да? Но мы как-нибудь пошлепаем. Мы как-нибудь пошлепаем. Мы пошлепаем немножечко. Мы пошлепаем немножечко. Ну а сейчас уже у меня две связанных. Я уже не знаю, что тут. Может быть. Может быть, что-нибудь и придумается. Ой, ладью зевнула там. Что-то, что-то. Что-то, что-то. Что-то, чего-то. Беру. Выиграл все-таки. Многострадальная партия была. Но Феодосию тоже выиграл. Ничего страшного, тау-тау. Тынц, тынц, тынц. Hello, hello, Виамус. Hello, hello. Ну что, еще одну партию, если успеем, то успеем. А если нет, то не получится уже обогнать. А, хорошо. Идет наш лидер. Так, давай, Валера, возьми берсерк. Будь другом. Эх. Валера меня не слышит, похоже.
не хочет быть другом. И Берсерк он тоже не хочет. Не хочет ничего. Но мы заставить не можем Валеру. Это его выбор. Тунс, тунс, тунс. Так. Можно взять? Или нельзя? Ой, что-то у меня все висит там. Все зависло. Как вообще? Ван съем. Все зависло у меня там. А так, так, вернусь. Еще ничего. Пару пешек отдала назад. Ну, связка решает. Связка решает игру, да? Успею я, наверное, выиграть. Все-таки я должна успеть. Да, ну сейчас уже точно успею. А, турнир уже закончился. Не в зачет идет партия, так что... Так что, Феодосия победитель, да, нашего турнира. Молодец. Красавчик. 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 И мат. Да, ну, молодец. Вот такие у нас тройка победителей. Ирина, у тебя что, реклама такая? Нет, это не реклама, это был звук фанфар победных. Феодосия победитель, потом Карина Чес, а потом Дмитрий. Ура! Бип-бип, ура, да? Так. В общем, хорошо поиграли. Так, сейчас посмотрю, что у нас. Пока ничего вроде нет. Давайте дальше, да? С кем-нибудь поиграю из зрителей. Now I'm ready to play against some subscribers again. Ну, давайте, вот Элине обещала. По 3 минуты. А я, кстати, Феодосии не была. Я не была Феодосии, к сожалению. Но надо как-нибудь побывать. Алоха. Хай-хай. So, if you want to play, you can challenge me. Now I play against subscribers, so feel free to challenge me. Так, Лина, вы зачем все отдаете? Не надо все сразу же отдавать. Отдавайте все постепенно. Не, ну это шутка на самом деле. Это шутка. Ничего вообще отдавать не нужно. Да, с Берсерком бы я на первое вышла. С Берсерком бы я точно на первое вышла. Да, если партия в зачет пошла. Ну, видите, Валера... Валера не стал брать Берсерк. Так, мне что там про Путина пишут? Причем тут Путин? Я вообще не понимаю. Арина, привет. Тест-тест. Привет-привет. Па-па-пам. Ох, какую мне ловушку поставил! Я почти взяла на F3, он бы мне конь C7 мат. Вот это был бы фейл. Вот это был бы фейл, но нет. Защищаем поле C7. Beating Russian made me feel crazy. I love Катюша.
Now I see, now I see. Hi, hi. So, don't forget to follow me. Не забываем подписываться, ставить лайки. Не забываем. Будет еще больше стримов. Чем больше вашей активности, тем больше будет стримов. Вот в чем дело, понимаете? Это безусловный компонент мотивации. Когда подписки появляются, когда есть донаты, когда есть лайки, комментарии, это все очень мотивирует. Я одеваю. Одеваешь? Вон, у меня подружка уже тут засыпает, пока я с вами играю. Так, Элина задумался. Новую ловушку мне готовит, по-моему, да? Мне подготовит новую ловушку. Кстати, правило-то действует на игре, на стримах с игры со зрителями. Тот, кто скидывает донат, играю вне очереди. Так, ну тут я не вижу еще одной ловушки, а я все цинично беру просто. Я просто цинично все забираю. Что мне дают? Спасибо за турнир. Вам тоже спасибо, что участвовали. Вот. Девчонки, да это, наверное, мальчишки все-таки, нет? Элина, вы девочка или мальчик? Он твой мальчик. Ты его девочка. Он обманщик. Да и ты не припевочка. Знаете такую песню? Так, у нас шоу «Угадай мелодию». Кто знает эту песню? Давайте, кто первый напишет ответ, тот получит суперприз. Давайте. Лен, открой. А? Открой, открой. А, сейчас, секунду. Hello. Sorry for... Can you have a line? Yes, I have. Yeah, it's a paper. Да, просто надо сделать. Ну, попроси у меня эту... Вашу. Yes. А, ладно, я подумала. Так, тут люди уже приходят за штопором. За штопором люди приходят. Да уж. Земфира, Земфира. За очень крупный донат с любым контролем входит Драпида. Ну, White, what is this? What is this? Yes, we don't know what is this. В общем, люди уже приходят в гости за штопором. А сейчас еще только час дня. Вот что значит хорошо отмечается Новый год, да? Next. Земфира, Земфира. Давайте, с кем я еще там обещала-то? Я все с кем-то обещала. Вот. А, с игрок, точно. Все, следующий с вами, ладно. Д, не тай. Давайте с вами сыграем. You can play game, a round of games if you want. Может, это мальчик, но идентифицирует себя как девочка. Может быть. Все, я вижу игрок. Ваш ник. Опять. Да, сейчас. Блин, уже это. Так, так, так. Что тут происходит? Что тут происходит? Элина девочка. Кто же ее знает? Кто же ее знает? Кто же знает эту девочку? Ой.
что-то надо делать. Что-то надо делать. Что, куда мне съезжает все куда-то? Как прошли твои новые годы? Мои новые годы прошли отлично. Google опять сработал. Смешно, видимо. Хай-хай-хай. Let's take, finally. Let's take. 97. I will move G5, knight G6, G4. Knight G6, D5, knight D5, like this. Что там у нас на Твиче-то вообще проходит? Спасибо за игру. Вам тоже. Ну, Е4, хороший ход. Но, может быть, все равно пойти D5. Пора где-то прорваться в центре. My Russian writing is not very good. Your Russian is very good. Your Russian is very good. You wrote me and I understand everything. Так, пока. Слон туповат, да? Ой, что там? Что-то с горлом. Так я хочу. H5 and G4 I want to play. Ферзь E2. Так, может, подготовить? Распутин пишут. Так. Так, 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 так. Думаем, думаем, думаем. А может и не надо. Па-па-па-па-пам. Сюда пошла. Напала и G4 готовы. А не ту. А так, G4, I want to play G4. Давайте дальше угадай мелодию, да? Так, подумаю, что у меня в репертуаре еще. А может быть, ферзем, кстати, взять я хочу после ажей. Конь F4 потом. Может быть, а может и нет. Ну, сразу мне песня вспомнилась. Угадываем, кто поет. А может нет, а может да, а может это все слова. С каждым разом задача все сложнее, я вам сразу говорю. Такую песню вы, может быть, и не знаете. Так, ну что, я скакану конем, а что мне это дает-то? Эх. А ты можешь по игре и рейтингу определить, с кем играешь, мужчиной или девушкой? Ну, если играем в классику, еще могла бы, наверное. Стрим на ангел и на ру, да, Хикарушка, у тебя учусь. Хикарчик. Я у тебя учусь. Ты же топ. Бабушка угадал. Это, видимо, кто-то из казанских. Под ником бабушка кто-то из казанских. Потому что в Казани Свету слушают. А больше ни одного места я не знаю, где слушают Свету. Так, могу ладью съесть, а могу конь d3, ладья d3, ферзь e4. Давайте так лучше. Так, сильней. Да, сильней вот эту съесть ладью. Съедаем. Голубых огоньков. Голубых огоньков такое, в голубых огоньках такое не показывают. Там другие песни. Победа удалась тут. Я на ру не умею. Так а как же мы будем? В чате одни меломаны. So now I sing some song and some people trying to guess what is the song. It's some new challenge.
It's new challenge. Ура, наконец! Да, не Тай, вы хорошо играете. Так, игрок, подождите, а с игроком-то играла, нет? Вот, давайте. Игрок. Игрок. Blind test concept. Knight f6. А давайте так пойду, интересный вариант. С4 не дать. На английском? Не, на английском я не пою. На английском я не пою. Это не наш стиль. Шалалалала. Ник шалалалала. Тула, тула. В голове моей замкнула. Ой. Что-то у меня с мышкой. Мне надо мышку подзарядить, мне кажется. Заряд падает. Заряд падает. Так, можно съесть сразу. Это легко, Чичерина. Да, ну Чичерину знают, конечно, это все-таки. Чичерина это все-таки наша тема, так скажем. Все смотрели «Брат 2», да? И «Брат 1». Так что... Чечериной не удивить никого. Так. То я уже устала немножечко. Что тут у нас еще в чате? Так, ну что-то не солидно. У нас полоска донатов 8% только. Это вы понимаете, что мое хорошее настроение только на 8% сейчас. Так что надо постараться, мне кажется. Французская структура, но без белопольных слонов получилось. А мы, кстати, без добавления играем, да? Так, пошла. Вилка. 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 Удар. Удар. Заходим. Заходим. Так, соперник двигает вперед. Ну, я не знаю, что он там надвинет. Ну, кстати, А6G6 всегда могу пойти, ведь конь на D7 это поле держит, поэтому ничего мне не мешает сразу, наверное, ладья C2 пойти. Кто там у нас в чатах? Пока ничего. Думает. So, on Twitch, if you want to play against me, you can challenge me also. Feel free to challenge me, no problem. Мат близок. И мат. Да, ну вот так вот короля выманили. Кто еще здесь есть?
Ну, наверное, будем закругляться уже. Что-то я подустала. Давайте парочку вопросов, ответы на вопросы. У кого какие есть, пообщаемся чуть-чуть и будем закругляться, наверное, на сегодня. Вот. Я что-то подустала. И турнирчик сделали, и со зрителями поиграла. It's 3 a.m. here. I don't think I'm ready, ха-ха. Why you don't sleep, а? You should go to sleep. It's time already. У вас красивое произношение буквы R. Но это обычно бывает или троллинг, или действительно кому-то нравится. Но я ни на что обычно не обижаюсь, даже если мне пытаются троллить. Это не очень умно, правда, бывает, но... Здравствуйте, из какого города? Я из города Казань. Кто был в городе Казань? Напишите, кто знает. Хороший город у нас, красивый. Все приезжайте, вам понравится. Так, что у нас еще в чатах там? If you have any questions in English, I will answer, so feel free to ask me any questions. Реванш, Айрат просит. Ну, с Рио с Айратом подумаешь, как мы сыграем еще. Уже все. Без троллинга. Ну, хорошо, раз без троллинга. Великолепная кофта или это платье? Спасибо, Алекс, мне очень приятно, что вы заметили мою новую кофточку. Так приятно, когда мужчина замечает такие вот вещи, на самом деле. Для вас стараюсь, для зрителей. Лайфхак из Казани. О, а вы где живете, лайфхак? В Казани? В каком районе? Карина, помните свои первые призовые деньги? Родители не отобрали? Ну нет, у меня никогда никто ничего не забирал. Все, что я выиграла, все было моим. Вот. Но самый главный мой подарок в детстве, что я вот выиграла? Я выиграла как настольную лампу, я помню. Из таких вот прям запоминающих, ну, я помню, что брат у меня выиграл, у него первый разряд у моего брата, он выиграл радио, и это было очень круто, потому что в то время не особо у кого было радио вообще такое, еще маленькое такое, с антенкой переносное, это было очень круто, вот. А вот я лично что-то так не могу вспомнить, чтобы я такое выиграла, что вот это... Сколько? Карин, давай посчитаем, сколько у тебя глаз на кофте, кто угадает. Но это нереально, вы потому что не видите продолжение. Вы не видите ниже. Так что угадать вы не сможете. Так, Виктор просит последнюю партию. Виктор, напишите ваш ник. На сноуборде нет желания покататься? Есть, но нет возможности. Снега нет. Возможности нет. Но покатаюсь. Но я на самом деле сноуборд боюсь. Мне кажется, это очень травматично все. Я на лыжах так иногда. Вот. Ну и то на беговых. Я вот с гор как-то не рискую. Сноуборды вот эти все. Что-то мне страшно. Очень понравилось. Ну приятно, что вам понравилось Казань. Потому что действительно, я думаю, город очень красивый сейчас. Развивается. Есть где погулять. Главное, чтобы погода, да, была хорошая. Так, погулять есть где. В городе. For future streams, when you are commenting primarily in Russian or English, consider a slide to the chat of me. Так. But I don't see any problem if I commenting primarily in Russian and also sometimes in English. I don't understand what is the problem. Because if you will write me something in English, I will comment in English mostly. So it's not a problem.
And also I'm going to do some streams only in English also. It's just the question of time, because I mean, if I will have many subscribers in English, I will do often in English also. I don't see a really problem, but some people see the problem and it's a bit strange. Because I'm ready to answer any questions in English, and also I play with subscribers from Twitch as well. But if you want, I will do stream only in English, for example, if you want. Just for example, 1 hour or 2 hours only in English. С новым руководством Фиде призы заметно увеличились. Может быть, они где-то увеличились, но не для всех. Можно так сказать. Шувалова неплохо, да. Ну, в суперфинале хорошие призы, конечно. Ничего не понятно, но очень интересно. Хикару, да, с вашим американским английским мой вам не понять, это точно. Так, Виктор все просит еще сыграть. Ну что, ну с Виктором сыграем, как вы думаете? Виктор, я, если честно, ваш вызов даже не вижу. Вы как-то хотите со мной сыграть и говорите, что скинули мне вызов давно, но я ваш вызов не вижу. Поэтому я ничего не могу с этим сделать, понимаете? Я ничего не могу с этим сделать. Hello, I'm from India. Hello, hello. I was in India. You know, I was in Chennai. And I played in India 2 tournaments, international tournaments. And it was 8 years ago. So, it was very fun time. Ah, it was more for chat. Yeah, because, you know, some people ask me why you stream in English, but you speak mostly in Russian. But what, I don't see any problem if some people ask me in Russian something, I answer in Russian. And if in English, I answer in English. So, I always respect of my all my followers, and for sure I want to do my best for them. And on YouTube, for example, I have some video lessons. If you want, you can just follow also YouTube, because I will do some video lessons in English also, and I already had some of them where. Ну ладно, будем закругляться, я думаю, потому что я уже устала. Ну, с Виктором, ладно, последнюю партию сыграю. Где Виктор? Ну, я Виктор вот не вижу, он обижается, а я даже... У меня нет его вызова даже. Просто в списке нет такого вызова у меня. I don't see any challenges here. Так, ну что, может тогда в следующий раз, что я буду делать сейчас? Нету вызова до сих пор от Виктора. Пойду я отдыхать, наверное, тогда. Окей. For today we will finish. For today. So, stay with me. Follow me. And I promise one day, very soon, maybe next week, one stream will be only in English, just for you, for my subscribers from Twitch. I promise. Да, спасибо всем большое. На сегодня будем закругляться, уже больше 2 часов играю. С кем не успела сыграть, не расстраивайтесь, или не видела, или не успела, но это не значит, что мы с вами не поиграем. Мы с вами поиграем обязательно.
Поэтому приходите на следующие стримы, и все еще будет, и игра со зрителями, и турниры, и сеансы. Не переживайте. Вот. Всем большое спасибо за внимание. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписался, чтобы не пропустить обновления. Завтра у нас еще последний, да, день, такой выходной последний день. Может быть, завтра что-то организуем, посмотрим, да. Спасибо всем за внимание. Очень приятно было с вами провести это время. И я всех жду на следующих стримах. Thank you, everyone. And see you very soon. Thank you. Bye-bye.